данном видео будет рассмотрена Gambling Tower, игрушка-головоломка первого уровня сложности для собак. Размеры игрушки 25 на 33 на 25 сантиметров. В комплекте идет брошюра с рекомендациями по проведению тренировок. Сделана игрушка из пластика. Чтобы получить лакомство, собака должна сместить все заслонки в правильной последовательности. В игрушке стойка с тремя заслонками и три дополнительные конуса для лакомств. Эти конусы напоминают игру «Солитер».